Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для жакета, кардигана, пальто. Узор универсальный, его можно использовать во многих изделиях. Узор простой, здесь всего два ряда. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора. 6 петель на 2 ряда. Для примера я наберу 20 воздушных петель. Первую петлю мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Третий раппорт плюс 2 петли для симметрии. Я набрала 20 воздушных петель. Держим петельку, набираем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать во вторую петлю от крючка столбиками без накида в каждую петлю. Провязав до конца ряда, мы заходим в последнюю петлю, провязываем столбик без накида. Мы с вами связали основной фундаментальный ряд. Начало первого ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим во второй столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало первого ряда. 4 воздушные петли. 3, 4. Пропускаем 4 петли внизу. Заходим в пятую. И провязываем 2 столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. Ну, будем считать воздушные цепочки. 1, 2. Провязали. 4 воздушные петли, пропускаем 4 петли внизу, отсчитываем 1, 2, 3, 4, заходим в пятую и провязываем 2 столбика с накидом в каждую петлю. 1 и заходим в следующую петлю, 2. Мы провязали еще один раппорт. 4 воздушные петли, пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятую и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда. 1 воздушная петля подъема. Переворачиваем работу.
Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. В предыдущем ряду у нас есть столбики с накидом. В этом ряду мы заходим в каждый столбик предыдущего ряда и провязываем из него 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали. 4 воздушные петли. Заходим в следующие 2 столбика и провязываем 2 столбика без накида. В каждый столбик с накидом предыдущего ряда. 4 воздушные петли. Заходим в следующие 2 столбика. В конце ряда у нас 1 столбик с накидом. Мы провязываем в него столбик без накида. И в первую петлю подъема мы провязываем еще 1 столбик без накида. Мы с вами связали 2-й ряд. Это и есть раппорт этого узора. Начало 3-го ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. И на этой схеме у нас показано, что 3-й ряд точно такой же, как и 1-й. Мы первый столбик не трогаем, заходим во второй и провязываем столбик с накидом. Провязали. 4 воздушные петли. Заходим 2 столбика без накида предыдущего ряда и провязываем из них 2 столбика с накидом. Провязали. 4 воздушные петли. Заходим в 2 столбика без накида предыдущего ряда и провязываем 2 столбика с накидом. Провязали. 4 воздушные петли. В конце ряда мы заходим в первый столбик без накида. Находим его. Провязываем столбик с накидом. И в первую петлю подъема мы провязываем 2-й столбик с накидом. Мы с вами связали 3-й ряд. Начало 4-го ряда, такого же, как и 2-го. 1 воздушная петля подъема, переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим 2 столбика с накидом предыдущего ряда и провязываем 2 столбика без накида. 1 и во второй 2. Мы провязали 2 столбика без накида. 4 воздушные петли. Заходим в следующие 2 столбика и провязываем 2 столбика без накида. Провязали. 4 воздушные петли. В конце ряда мы заходим в столбик без накида, провязываем столбик. В столбик с накидом мы провязываем столбик без накида. И в первую петлю подъема мы провязываем столбик без накида. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда такое же, как и первый. 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и начинаем чередовать. 1 ряд у нас столбики без накида, 2-й ряд у нас столбики с накидом. Так как у нас предыдущий ряд был столбики без накида, в этот раз, в этом ряду мы вяжем столбики с накидом. 4 воздушные петли, заходим в 2 столбика без накида предыдущего ряда и провязываем 2 столбика с накидом, столбик предыдущего ряда. Провязали. 4 воздушные петли, заходим в следующие 2 столбика и провязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 4 воздушные петли. Заходим в столбик без накида в конце ряда, провязываем столбик с накидом
и в первую петлю подъема провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало 6-го ряда такое же, как и 2-й. 1 воздушная петля подъема, переворачиваем работу, заходим во 2-й столбик, провязываем столбик без накида, 4 воздушные петли. Заходим в столбики с накидом предыдущего ряда, в столбик провязываем 2 столбика без накида, провязали, 4 воздушные петли, заходим в следующие 2 столбика и провязываем 2 столбика без накида, 1, 2, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, провязываем столбик без накида и в первую петлю подъема провязываем столбик без накида. Мы с вами связали 6-й ряд. Начало 7-го ряда такой же, как и первый. 3 воздушные петли подъема и повторяем. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Модельку, которую можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!